100 мобильных телефонов за неделю едва не попали в колонию Кузбасса. Сотрудникам ГУФСИН удалось перехватить посылки. За последние несколько месяцев попытки передавать средства связи заключенным происходят все чаще. Попадаются и родственники, и люди со стороны, которые соглашаются стать курьерами за вознаграждение. Способы доставки все изощренней. В Юрге в бандероле обнаружили журнал со вклеенными между страницами сим-картами. Сотовые телефоны прячут в обуви, продуктах, строительных материалах. За решеткой мобильники используют телефонные мошенники, но даже если сотовый служит лишь как средство общения с родными, осужденный может получить серьезное наказание.